И вот эта дорога там, ну сейчас мы снегом запрошим, но ямы прям вообще невозможны. Больше никаких ям. Администрация городского округа проведет комплексное благоустройство дворов в микрорайоне Левобережный. Представители территориального управления провели обход с жителями микрорайона. Улицы Пожарского и Библиотечная ждут перемены в новом году. План работы уже есть. Новые детские площадки, современное освещение и дополнительные парковочные места. Адреса выбираются двумя способами. Первое – это голосование на портале «Добродел». Таких адресов выбирается 50% от всего общего количества. Ну, у нас так получилось. 50% мы включили мониторинг собственный, потому что есть дома, вот, например, небольшие, где пятиэтажка, и у них мало голосов. Все пожелания химчан будут рассмотрены администрацией городского округа. К благоустройству приступят уже следующей весной.